Акжол Серикжана в клубе совсем недавно, но и болельщики, и руководство Булата НТ возлагают на него большие надежды. Игрок призван закрыть в клубе проблемную позицию нападающего и стать лидером атак темиртауской команды. Буду стараться оправдать надежды болельщиков. А так сейчас заранее что-то говорить, что забьют 20-15 там, мячей, это говорить рано. Ну, игра сезон покажет. Буду надеяться, что забью, порадую и будем сверху турнирной таблицы. Решим задачи клуба. За свою карьеру Акжол Серикжанов отыграл в нескольких клубах премьер и первой лиги, выступал за юниорскую и молодежную сборную Казахстана. Этот год начал в составе столичной Астаны 64, уже по ходу сезона мог оказаться в составе сильнейшего казахстанского дивизиона. Однако из всех вариантов игрок выбрал темиртаускую команду. Була команда с традициями, она играла и в премьер-лиге, и занимала достаточно такие нормальные места. Хорошая, амбициозная команда с хорошим профессиональным тренером. Думаю, почему нет? Это не скажу, что Булат, если мы идем в конце, ну, в турнирной таблице, что она какая-то там слабая или еще что-то. Она не уступает ни по каким критериям, ни в игре, ни по самоотдаче и другим командам, которые идут сверху. Акжол Серикжанов уверен, у команды большое будущее, и он сможет стать его частью. За Булата МТ свой первый матч он уже отыграл. Теперь все ждут от него первого забитого мяча.